Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и сегодня поэкспериментируем в моде супермаркет. Экспериментировать будем с персонажем Скряга. Давайте обусловимся. Мод супермаркет позволяет приобретать любой товар в магазине, который доступен. То есть нам не нужно делать реролы, мы просто выбираем. Будем играть за Скрягу, но покупать можно всего один предмет за поход в магазин. Давайте посмотрим, сколько сможем накопить денег и как далеко пройти. Только один предмет. Но мы выбираем. Итак, переводим в режим супермаркет. Один предмет. Это может быть оружие. Это может быть что-то другое. Давайте делать правильные инвестиции. Все, я приобрел свой предмет. Ну, не так плохо. Один предмет. Все, я его купил. Интересно, получится заработать хотя бы больше двадцатки. Существенно больше двадцатки. Всегда хочется и персонажа сделать сильно. Ну неплохо, неплохо. Супермаркет. Какие хорошие вещи, как их много. У нас установлен только мод супермаркет. Как же дорого стоит копье. Бесит. Подкладка. Утилизатор. Экономить надо. А где коробки? Нет коробок. Нет, мало. Где еще коробки? Давайте возьмем. Ай, дорого, все дорого. Но у нас получится относительно реалистичный расклад. То есть мы не то что закупаем упаковкой. Нам как будто просто фантастически везет. В супермаркете продается только то, что реально доступно. То есть нам сейчас там условно недоступна ядерка или там что-то легендарное. Так это в супермаркете ты и не купишь. Да.
Не выбили коробку. Бесит. 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 Не более одной покупки. Мы учимся экономить. Кофеёк пойдет, пойдет, не пойдет, пойдет. Так, зацени, что уже можно взять. Как тебе такое, Илон? Глаза разбегаются, да? Мышь скряга. Берем самое дешманское. Экономим на всем. Так, где яички? Быстрей, быстрей, быстрей. Вот сюда. Где еще? Ну не успел. Вот, сука. Мочи его. Хотя бы тут, давай, давай, быстрее. Ну здесь, давай, ну. Надо прям перехватывать управление, он вообще не умеет играть. Так, ну смотри, у нас почти косарь уже есть. Так, ну, давайте подумаем, давайте подумаем. А предметы следующего уровня еще не, нельзя взять? Так, что мы возьмем? У нас одна покупка. Наверное, дерево. Больше ничего на ум не приходит. Надо экономить. Надо экономить. Ну, пока очень реалистичный расклад. Можно было даже, наверное, в теории чуть больше денег заработать. Но дальше мы чуть-чуть больше нам будет вести. Все будем уже выбирать там такие предметы, которые маловероятно, конечно, выпадают, но могут выпасть, в теории. Ну вот это мне не нравится, что это за фигня вообще? Так, ну давайте подумаем. Давайте уже подумаем. Значит, есть наковальня за 336. Но вопрос, есть ли в ней потребность сейчас? То есть резко провалится сумма. Можно что-то более дешманское купить, то, что супер необходимо. Наверное, давайте все-таки вот так. КПшечка растет.
Жизнь налаживается потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку. Да, тяжело нам, конечно, будет с элитой. Все-таки урон у нас маленький. Но это флетовый урон, низкий. С этим проблема. Но если даже не завалим элиту, ну ничего страшного. Плохо, мало заработал. Скорость. Давайте скорость возьмем. Так, вот такой урон не нужен. Нужно что-нибудь другое. Есть крит. Давайте крит возьмем. Так, давайте подумаем. 10-я волна. Что мы можем сделать? Ну вот эта штука так, в общем-то, неплохо подлечит ситуацию. Тут же вопрос, еще не сдохнуть. Урон 31. Надо ли говорить, что это полный отстой? Давайте возьмем. Ну так, в принципе, какой-то урон уже есть. Скорости атаки, конечно, не хватает. Кофейку бы сейчас бахнуть пару банок. Банками, не чашечками. Блин, не собрал, вот тут и вот здесь. Печалька. Так, все, сражение с элитой. Ну, наверное, надо взять еще одну подкладку. Давайте. Ну что, хпшка есть, какой-то урон есть, можно пытаться. Погнали. Не очень приятный, конечно. Противник вообще неприятный. Сейчас собак начнет плодить, зараза. И линии рисовать. Ну вот, блин. Да, не повезло нам. Так много он собак ставит. Тут даже погибнуть-то можно. Не повезло. Жестко не повезло. Ну, неприятная элита, конечно, неприятная.
Обидно, столько собачек наплодил, уродец. Да, ну это как бы проблема вот оружия ближнего боя с невысокой скоростью атаки. Некоторую элиту просто тяжело завалить. И даже вот на 12-й волне было бы попроще. То есть, ну вот еще хоть какое-то развитие, там хпшки чуть побольше. Лишний левел ап, лишняя пуля серебряная. Так, давайте подумаем, что мы возьмем. Ну, можно подкладку, конечно, готовить. Так. Последняя подкладка. Или с удачей как-то попытаться решить вопрос. Так, ведь, пацан, сколько котик стоит? Видишь котика? 265? Чё тут до хера котик стоит? Давайте сомнительное зелье купим. Жадный какой-то котик. Даже более жадный, чем наш скряга. Вау, вот это отлично. Пока маленькая хпшка, это неплохо иметь. Так, что мы купим? Что нам еще может понадобиться? Давайте еще одну подкладку купим. Зато чувствуем себя более комфортно. Где коробки-то? Ну я удачу для чего качал? Деревья зачем брал? Где коробки? Как же все это бесит.
еще дерево взять. Так, ну, я готов. Кто здесь? Что за нуб? Получай. 23, а ты не охренел ли? Кусок урода. Ну вот, вот встретился бы я с этим чуваком, который собачек плодит. Сейчас. Вот они бы местами поменялись, все было бы отлично. Не повезло. Но, как говорят, не все коту творог. Можно и мордой об порог. Ну, я чувствую, что у нас персонаж-то реально мощный. Правда, непонятно, как он вообще денег может нормально заработать. У него все 7 косарей. Сумма-то смешная. Сумма смешная. О, неплохо, неплохо. Пойдет. Ну, такой себе, но пойдет. Давайте уклонение возьмем. Так, что мы купим? Наверное, дерево. Погнали. Ну, в принципе, никакой пока фантастики нет. Копья у меня не такого высокого уровня. То есть, так сказать, пожинать плоды наковальни мне удастся только после 20-й волны. А так, в принципе, у меня ну все самое обычное. То есть я мог просто копья купить, и у меня такая же бы ситуация была. Как же мало коробок, просто плакать хочется. Надо монетку взять. Но она, конечно, стоит безумных денег. Но она окупится. Я верю в это. Так, элита. Ну давайте посмотрим, что это за элита. Клоун какой-нибудь. Ой, собачка. Ненавижу вот эту собачку. Да, ну у нас уже такой урон мощный. Нам что собачка, что не собачка. Так, ну я удачу качнул. Нормально, давайте. Где подарки? Неплохо, неплохо. Панда пойдет. Улитка пойдет. Пойдет. Не пойдет. Пойдет. Так, 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 так. Где оружие второго уровня? А вот оно. Мне нужен картофелемет, наверное, уже. Или как? 170.
Нет, давайте пока дерево возьмем. Удача 178. Ну где? Где подарки? 12 тысяч всего. Ну на 19 волне у нас сколько будет? 15 получается с копейками. Ну да, 20 тысяч не берем. Маловато будет. Маловато. Возьмем. Нет, дайте бабки. Возьмем. Вот эту штучку возьмем. Так, давайте подумаем, что нам надо взять. Что нам надо взять? А сколько Экскалибур стоит? Сколько, сколько? Косарь! Да вы это, с ума сошли, что ли? 7000 урона, прикинь. 7000 урона. Безумие, конечно. Косарь, это огромные деньги. Так, ну смотри, крит у нас уже немного подкачался. Давайте возьмем охотничий трофей. Да может так и двадцатку не наберем даже, жалко. Прикинь. Утилизатор надо было брать. Ну хотя коробок все равно мало. Большие руки. Давайте. Прицел. Давайте. Так, мы потихонечку, помаленечку надо брать. А, это уже все. А я думаю, что сейчас за волна нас ждет. Яички какие-то появляются непонятные. Вообще большое количество. Даже не замечал, что их так много. Чем я занимался все 20-е волны? Шляпная, это мне не нужно. Ну давайте возьмем. Давайте возьмем.
Давайте возьмем. Так, что мы купим? Что мы купим? Вот эту штуку. О, вот это отлично. Рад, что я с тобой встретился, урод. Ну, кстати, он не так быстро упал, надо признать. Нормальное такое количество коробок. Ну, как даже 20 косарей не удалось заработать. Ну, значит, все по-честному. Значит, все по-честному. Возьмем. Возьмем, конечно же. Возьмем. Спасибо, не надо. Возьмем. Ну, возьмем. Нет, спасибо. Мне скорость атаки нужна. Я пытаюсь уже избавиться. Так, ну нужны бабки. Вопрос, как нам их заработать. Ладно, давайте покупать постепенно. Не-не-не, второго уровня. Так никаких денег не хватит. Где картофель и мед? 199. Очень дорого. Короче, наш результат это то, что более-менее возможно получить в обычном братейте без модов. Просто с определенной долей везения. То есть в теории можно даже лучше, но требуется уже много везения. Так, не надо. Вроде как начал что-то критовать, но я так и не понял. Давайте тогда разберем. Осьминожка. Ну, в принципе, мне отсюда ничего не нужно. О, металл-детектор, отличная вещь. Минус крит. Нет, не повезло, не повезло. Так. Что бы нам взять? О, наверное, вот эту штуку разбираем и берем картофель и мед. Наверное, так. Мало коробок, очень мало коробок.
Да и ГПшка какая-то маленькая. А почему так мало зарабатываем? Нам надо взять мышку срочно. Металл детектор, белый флаг. Нет, дерево, да. Да. О! Носороги. Как мы быстро со всеми разбираемся. Нам надо вообще кольца было, конечно, еще брать. Ну, один предмет. И у нас просто процентный урон-то растет сам по себе. Нам, в принципе, главное копить. Ты копи, а все остальное будет. Больше врагов и металл-детекторы. Не думал, что такие копейки мы будем зарабатывать. О, неплохо. Где моя мышка? Тысячи на 25-й волне. Я же почти не трачу. Ну, копии отлично работают. Вообще супер комфортно играть. Это у меня сейчас никаких ни рикошетов нет, ни банда. И картофелеметы нормально работают. Берем, конечно. Ну, берем. Не берем. Дальность я уже разогнал. Не надо. Так, уклонение подтянули. Так, что же делать? Что же делать? Муравью хрен приделать. Мышка. Надо будет посмотреть еще фермера в супермаркете. Может быть, он даже богаче будет. Потому что можно сразу купить корону, и все, и жизнь так пойдет. Неплохо увернулся, враг получил косарь. Так и должно быть. Всегда. Нужна ли мне броня? Ну, давайте на нее возьмем.
Где мои мышки-то? И сколько мне их еще брать-то? Тысячи, это очень мало. И крит еще не удается раскачать нормально. Тоже печальная история. Может, хоть коробки продолжают выпадать. Может, потом отключат коробки и вообще будет жесть. Привратник, спасибо, не надо. Щупальца, конечно. Приманка, конечно. Опасный кролик. Да пусть будет. Бандана. Так. Что мы возьмем? Дай угадаю, мышку. Точно. Угадал. Собачка, моя любимая. Я думаю, вот то, что у нас сбор не идеальный, небольшая проблема. То есть можно взять реликвию для сбора. Я думаю, сейчас надо брать что-то другое. Отлично. Отлично. Давайте возьмем, пусть перестанет предлагать. Нет, спасибо. Ух ты, вот это тоже отлично. Подгон просто. Босяцкий. Ну, мышки-то я все купил. Давайте картофелеметы. Где картофелемет? Я не вижу. Что-то все переставляет. Обман какой-то. Надо банданы искать рикошета. Но уже неплохо. 25 тысяч. Ну, будем брать, не знаю, металл-детекторы, наверное. Или вежливых пришельцев. Что-то надо брать. Но сейчас мне уже тяжеловато будет, если я просто с картофелеметом. Наверное, надо будет сейчас бандан брать. Или рикошет. Вот подумать. Наверное, бандан. Было не собрано. Офигеть просто. Скорость или удача? Наверное, все-таки скорость. Так, давайте думать. Значит, бандану берем, да? 569. Фонарей просто.
Так, ну где коробки? Сколько ждать? Да, очень уверенно, конечно, проходят. Сколько яичек было тут. И мы все ликвидировали. Ну, не яички, конечно. Но тех, кто оттуда вылупился. Токсичная жижа. Уточку давай. 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 Не давай. Так, ну давайте подумаем. Давайте подумаем. У тебя, оказывается, всего один вежливый пришелец, прикинь. Дальше, наверное, надо будет покупать тихоходки. Уж потом уже будет ценник такой, что будет невыгодно брать. Металл-детекторы, тихоходки. Ну, сейчас банданы, рикошеты. Все эти радости у нас будут. Да, но мы отстаем от графика. 31-я волна у нас даже 31 тысячи нет. Что, мы меньше косаря, что ли, делаем? Несерьезно. Челюсть. Что надо взять? Крит или уклонение? Вот так вопрос. Ну, крит это все-таки бабки, а бабки это очень важно. Так, ну давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте, наверное, все-таки картофель мед. 330? За что? Блин, он же плодил собачек, надо было зарабатывать деньги. Потерял с десяток, если не с два, материал. Как истинный скряга. Должен сожалеть об упущенной выгоде. Мало что-то коробок. Давайте, наверное, все-таки как-то вы это раскошелитесь. Лук? Не, не хочу. Плащ. Плащ надо брать, конечно. Плащ надо брать. Ух ты, вот это неплохо. Картошечка. Берем. Так, ну давайте подумаем. Давайте подумаем. Все, избавляемся. Так, следующая покупка какая будет? Что мы можем приобрести?
Металл-детектор. А, нет, рикошет бандана. Вот, рикошет бандана, металл-детектор. Вот, как он тут работает. Смотри, мы все-таки, я думаю, догоним. Очень скоро. О, вежливый пришелец, сумка, вот это отлично. Спина. Так, бандана, рикошет. Офигеть просто. Ну, надо хотя бы один иметь. Так, ну одну еще бандану берем, все. И на этом, в принципе, покупки наши, я думаю, завершатся. Ну, можно какие-то мелочи там брать. Коробочки, все. Пойдет. Не пойдет. Пойдет. Так, ну еще одна бандана нужна. Еще одна бандана. 775. Собачка. И нет собачки. Ну когда мы обгоним-то номер волны? Так, нужны металл-детекторы. Крит у нас 93, а у нас крит даже не 100%. Конечно, фигово. Надо еще глазки взять. Металл-детектор, глазки. Так, сейчас, конечно, мы берем. Тоже берем. Не берем. Не берем. Берем. Так. Ну, кстати, надо вот эту штуку взять. Но, надеюсь, нам ее просто подарят. Хотя, почему она, надеюсь, непонятно. 577. Так, погоди. Так, я говорю, металл-детектор нам нужен, да? Да они еле-еле окупаются. Видишь, два металл-детектора, хер знает сколько по времени. И на один получается... Да нет, это же невыгодно. Ну, хотя на более длинной дистанции. Так, ну ладно, глазки тогда возьмем. А что, нельзя скинуть уже? Ладно, давайте купим. В следующий раз глазки будем брать. Thank you.
Так, а нужен ли нам Экскалибур? Один хотя бы. А, мы можем кольца взять. Нет, кольца... Нет, фигня. Кольца это фигня. Вопрос, нужен ли нам Экскалибур? А, я хотел тихоходки еще набрать. Вот. Конечно. Да, но урон не такой большой. Конечно, это не... Друг дела. Купон. Где ты был раньше? А, вот эта штука еще. Блин. У меня две тихоходки. Смотри, у меня уже почти все картофели мёта 4 уровня. Не, ну в целом урон-то нормальный. Все играбельно. Глазки пришельца, смотри, десятку будут выбивать. Десятку. Это обычным, а критом умножь на 2. Прикинь. Надо глазки брать. Он просто говорит, я тебе подсказываю, глазки бери. Ну так что, тихоходка, глазки. Ну, мне кажется, надо тихоходку брать. Пока предлагают. Так, а сколько, какой у меня штраф при пробивании? 20. Мне еще надо 2 тыквы взять. Но надеюсь, мне просто дадут на халяву. Врагов мало. Вежливых пришельцев нет. Смотри, по деньгам-то нормально сейчас вот уже выравнивается 36 против 38. Нормально, при том, что мы все-таки и тратим, то так нормально. Косарик-то тратим. Так, все, картофелеметы все, а теперь мы качаем броню. А, значит, что есть? Есть глазки. За 700 есть тихоходка, есть пуля. Нам все нужно. Давайте глазки все-таки возьмем. Лучше защита от нападения. Да, ну тяжело тут, конечно, просто что-то заработать, когда тратишь почти всеми косарь каждую волну. Кончиков не дает. Да вообще, почему так коробок мало?
Давно пора уже ссыпануть нормально. Какой лягушонок нахрен? Ритуал. Давайте. 1500. Шандарахнуться башкой можно. Так, ну это, значит, тихоходка. Пуля, глазки. Глазки, пуля, тихоходка. Давайте пулю возьмем. Так, надо взять еще глазки. Ну, одну тихоходку еще возьму. Так, все, последняя тихоходка. Хотя каждая тихоходка резко увеличивает шансы. Да. Где тихоходка-то? А, вот. 5 штук. Так, а пуля? Две штуки. Надо еще две пули взять и глазки. Насколько скряга сильный персонаж? Ну, у нас ничего супер читерского-то нет. Ну да, как бы просто везет с предметами. Но если у тебя три кролика, что вполне реалистично, ты за раз то можешь купить и поболее. То есть у нас все в рамках дозволенного. Просто хороший очень расклад. Комфортный. И у скряги 41-я волна вообще никаких проблем. Даже обнулений, мне кажется, нет. По крайней мере, я не замечаю. Мишка-берсерк. Давайте возьмем приманку. Конечно, возьмем. Удача. Или скорость. Дайте удачу. Да, каждая пуля, конечно, обходится очень дорого. Да, противники хоть и агрессивные, но падают. Thank you.
Так, ну где еще коробки? Нормально. Нормально коробок-то оказалось. Фигня. Пойдет. Фигня. Пойдет. Фигня. Тысяча 600. Ну все, по сути, берем только глазки теперь. Доп урон нормальный. Сейчас важный рубеж — это 50-я волна. Насколько там нам будет комфортно. Плащ, конечно же, берем. И это все? Скорость атаки 340, так. Косарь 300. Ну когда же я догоню-то номер волны? Никогда, что ли? Ну, хоть на 50-й волне. Так, ну вопрос, будет у меня хотя бы 40 тысяч после этой волны? Крит у меня... У меня крит до сих пор не 100%. Нет. Много противников уже. Да, 4 еще нормально, посмотрим, что будет, когда будет 5. У нас скорость невысокая, 22 всего. Так, ну 4 коробки — это просто за противников. Где еще дополнительные коробки? За элиту мы все нашли. Че, ни одной коробки не выпадет, что ли? Здесь 6 деревьев, вообще кого-то ни хера не выпадает. Ни материалов, ни коробки, ни расходник, вообще ничего нет. Надо в Википедии почитать, как деградирует. Как деградирует. Удача. Но тут все-таки хорошее оружие, поэтому надо брать. Да, ну короче, все, что я зарабатываю, я спускаю.
До добра я такой не доводит. Вот призрак, когда не было лимита на охотничьи трофеи, помню, у меня зарабатывал больше 5000 за волну. Но у него были, естественно, 5 мышек и довольно много пришельцев. Очень близко к максимуму количество доп. Врагов. Одна коробка, а нет, две коробки. Ну ладно. Ёжик какой-то. Шляпа шляпная. Так, ну наверное все, можно ничего не покупать. Давайте копить. Да, мы не убиваем противника уже. Все, мы только отталкиваем. Кольцо, конечно, из глазков не такое плотное. Промахиваемся часто. Ну, скорость у противника уже прям хорошая. Вообще да, и заработки все-таки пошли получше. Получше, врагов больше, быстрее. Все четко. Так, давайте здесь смотрим. Скорости нам не хватает. При всем при этом за 12 секунд всех. Всех 4 элитных монстров завалили. За 12 секунд. И это вроде как уже проблемы с уроном. Не, ну да чё скряга хорош. Надо посмотреть, горлопана будет. Как вот всё-таки, если у него всё хорошо складывается. Как у него результаты. Смотри, скорость уклонения, это вообще отличный предмет. Металл-детектор 2000. Смотри, 45 тысяч, 49-я волна. Я думаю, что мы догоним. До того, как погибнем. А гибель, мне кажется, не минует. Может быть, зря экскалибур не купил, надо посмотреть, какой у него сейчас урон. У тебя вот какое предположение по урону? Ну, я думаю, 1030. Давайте посмотрим. Ты увидишь? Я ни хера не вижу. Вот, нашел. 79. Это еще не критом. Критом 160.
160 косарей. Скорость атаки 27, ну, восстановление. 4 удара в секунду по 160. Вообще мощь просто. Но он 11 косарей стоит. Надо было раньше покупать. Вступили, может быть. Но теперь дубль. Ну как так-то, ну как так-то, ну как так-то. Ну собачка прям как это, с цепи сорвалась. Ну что, Скряга отличный персонаж. Достаточно немного везения, и до 50-й волны он вполне дойдет. Если бы нам поставили немного другую элиту, я думаю, мы бы продержались. Скорость была хорошая, в принципе. Но 5 тихоходок они сожрали практически мгновенно. Нездоровая это, конечно, тема. Напишите в комментариях, за кого можно еще сыграть в таком же варианте с модом Супермаркет. Может, сыграем еще за кого-нибудь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи в следующей серии. Всем пока.